Юра, не пугай так. К чему ты клонишь? А к тому, что ваша песенка спета, 8 А. Защитное поле исчезло. Ну вот и закончилась история этих тупых деток. Это комплекс «Крутые детки». Ну наконец-то мы грохнули этот 8А. А вы молодцы, неплохо справились. Рады служить злу! Да если бы не я, они бы снова победили. Пришли бы эти унитазы и помогли бы этим тупым деткам. Ага, столько усилий пришлось переложить, чтобы избавиться от них. Зато теперь никто не будет мешаться нам на пути. Ну разве что унитазоголовые, они же на свободе сейчас. Ой, да ладно, всего-то парочка жалких аномалий, ничего страшного. Совсем скоро мы захватим власть над миром и будем им править. Только у нас есть одна проблема. Какая? Подписчики крутых деток расстроились. Да пофиг на них, это обычные жалкие дети, что они нам сделают? А если они разозлятся? Пф, не смеши. Ага, мы теперь сильнейшие темные маги и агенты ФСВ, так что бояться нам нечего. Ну, может, вы и правы. А что за гром? Только что ж нормальная погода была. А может, это конец света? А я говорил, не надо было злить этих подписчиков. Теперь нам капец. Странно, пустынное место какое-то. А как мы здесь оказались? Может быть, это какая-то параллельная вселенная? А может быть, это безвременье? Ну, может, мы этого, того, ну, сдохли? Походу, мы все-таки зря грохнули этих тупых деток. Я вообще ничего не понимаю. Только вчера у нашей стома вроде была дискотека. Сегодня я проснулась и выгляжу как-то не так. Да-да-да, как будто мы стали старше на пару лет, но это же невозможно. Ну да, но может нам просто кажется. Ну не знаю, не знаю. А еще знаешь, что странно? Мне Соня ни на звонки, ни на сообщения не отвечает. И мне тоже. Блин, что происходит? Ну может у нее телефон забрали, ну или она зарядку потеряла. Наверное. Надеюсь, она скоро выйдет на связь. Слушай, хотела спросить, как только тебя увидела, а ты когда успела подстричься и покраситься? В смысле? Ты о чем? Я не стриглась вроде, да, и тем более не красилась. Ну, ты посмотри на себя. Как так? Ничего не понимаю. Действительно, происходит реально что-то странное. А ты помнишь, как мы здесь оказались? Вообще ничего не помню, в голове туман какой-то. Вроде бы вчера все были на школьной дискотеке, и все было хорошо. Потом какая-то вспышка, и мы оказались здесь. Может, мы просто устали? Ну, может, задают капец как много.
и не говори. Вроде 6 класс, а домашних в 11. А еще знаешь, что меня беспокоит? Что? Вирджиния на связь не выходит. Я ей звоню, пишу, она не отвечает. Странно все это. Может, у нее телефон сел? Сообщение от какого-то неизвестного номера. 6А. Срочно собираемся на детской площадке. Что это значит? Может, не пойдем? Да ладно тебе, ничего плохого не случится. Может, узнаем, что происходит. Ну ладно. Бороздила же нас сюда попасть. Ага, здесь даже связь не ловит. Ну и как отсюда выбраться? Зеленоголова, а ты что молчишь? Сделай что-нибудь! Ну, пока я в этом теле, я ничего сделать не могу. А еще я есть хочу. Да ты достал уже, вечно есть хочешь. А какие ко мне претензии? Вы не могли получше тело выбрать? Ну, вот теперь и мучаетесь. А вы что стоите? Так у них же хлебушек вместо мозга. Это побочное действие поля подчинения. Лишняя рабочая сила нам не помешает. О, а где это мы? Связь давайте ловите. Вам тоже пришло это сообщение? Ага, а кто его отправил? Я не знаю, номер определился как неизвестный. Странно, а вы хоть помните, как вы здесь оказались? Не, я помню только вчерашний вечер. А как мы здесь оказались? Не знаю. Капец, вы все изменились. А чё вы такие здоровые? Мы же только в 6 классе. Когда мы успели так измениться? Странно все это. Кстати, а где Вирджиния? А Игорь? А Соня? И Эльграфа нет. А еще нет Макса, Насти и Влады. Что происходит? Где они? Нет, вы только посмотрите на них. Ага, взрослые лбы, а на площадку для детей приперлись. А мы что, не дети, что ли? Нам вообще-то по 11 лет. Да какие вы дети, тупые совсем. Ай-яй-яй-яй-яй, как не стыдно врать, вам же явно не 11. Подождите-ка, а они вам никого не напоминают? Точно, на учителей наших похоже. Реально, только вот как их зовут? Не могу вспомнить. Не, ничего в голову не приходит. Ой, да и фиг с этими стариками, пойдемте лучше на горку кататься. Нам же 11. О, а где он? Куда он пропал? Егор! Ау, ты где? Выходи, это не смешная шутка! Да, Егор, выходи, сейчас совсем не время шутить. Может, он наверху где-то спрятался? Пойду посмотрю. Это что, SCP-горка-пожиратель? Стоп, а откуда я это знаю? Так. Что бы там ни было, нам нужно пойти и посмотреть, что там. Нам надо выяснить, где наши друзья. Ничего не пойму. А куда делась эта толпа подростков?
Сейчас узнаю. О, никого. Видно, убежали уже. Вальдемар Юрьевич, вы где? Вальдемарушка, Вальдемарушка, Вальдемарушка.